Глава 19. Книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Сердце, наполненное благодарностью, способно творить чудеса. Пусть благодарность станет частью вашей жизни. Даже единственной молитвы, которую вы произносите всю свою жизнь, бывает достаточно, если эти слова «благодарю тебя». Мейстер Экхарт. Задумайтесь над этим прекрасным и удивительным словом. Благодарю, благодарю, благодарю. Замечательно, правда? Сочетание сильного всепоглощающего желания стать богатым в сочетании с благодарностью за все, что окружает, открывает путь к процветанию и изобилию.